саженцы рододендрона гибридного Juniper, Rhododendron Hybrid Juniper, обеспечат яркую феерию на любом приусадебном участке. Растение вырастает до 130 см. Глянцевые кожистые листья окрашены в темно-зеленый цвет. Лилиецветные цветы окрашены в яркий розово-красный цвет. По центру каждого лепестка расположено бело-розовое пятно, которое, соединяясь, образует звезду в центре цветка. Верхний лепесток усыпан желто-коричневыми пятнышками. Из центра выходят красивые изогнутые тычинки. Растение любит полутень или тень. Предпочитает плодородные и питательные почвы. Во время цветения нуждаются в дополнительном поливе. Рододендрон гибридный Juniper – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Рододендрон прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола рододендрон гибридный Juniper можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания рододендрона прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает рододендрон гибридный Juniper в месяц июнь. Интересные цветы рододендрон могут быть до 12 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 15 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что рододендрон гибридный Juniper – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.